Институт дорожной безопасности США объявил рейтинг самых угоняемых машин в мире. Итак, 10 место в рейтинге занимает Mercedes S-класс удлиненной версии с системой полного привода. На 9 месте Chrysler 300 4WD. На 8 месте Chevrolet Silverado 1500. 7 место у Nissan Maxima. 6 место Dodge Challenger. 5 место GMC Sierra 1500. На 4 месте Infiniti QX80. Ну и наконец тройка лидер. 3 место досталось Infiniti Q50. 2 место Dodge Challenger SAT Halka. Ну и самой популярной моделью у гонщиков в Америке является Dodge Charger Hemi. Пожалуй, самое интересное заключается в том, что эксперты Института дорожной безопасности США не могут точно сказать, почему угоняют именно эти модели автомобиль и куда они после угона деваются. К примеру, вице-президент Института дорожной безопасности США господин Мат Мур заявил, что полицейские тупо фиксируют угону машин, но не отслеживают каналы сбыта украденных автомобилей, а без этого невозможно остановить этот криминальный бизнес.